Друзья, всем привет! Мы вновь находимся в детском центре «Мы вместе», который выиграл очередной грант на новую программу. И они нам сейчас расскажут, руководитель этого центра Наталья Владимировна Кушнова. Здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем. Здравствуйте! Ну что ж, вот долго мы об этом мечтали, о том, чтобы у нас появился такой проект именно по трудовой реабилитации и профориентации детей с особенностями развития. У нас посещают центр более 30 семей с особенными детьми. И, конечно, каждая мать, все родители задумываются о том, чем станет заниматься их ребенок дальше. Сейчас у нас проходят мастер-классы, у нас вся эта программа проходит в виде мастер-классов. То есть мы сейчас вводим детей в мир профессии. Дети просто преображаются. Это просто потрясающе. Дети настолько... во-первых, они без родителей, там они в сопровождении тьюторов, студентов, которых они хорошо знают, студентов педколледжа, которые к нам постоянно приходят и занимаются с ними. Они совершенно не нуждаются вот в этих взрослых родителях. Они самостоятельные, там, хотя они еще небольшие по возрасту, тем не менее, они с таким интересом, они, знаете, так работают. Это просто не налюбуешься. В данный момент мы занимаемся с детьми, которые по соседству находятся в организации «Мы вместе». Мы сейчас с ними делаем домик. Мы делаем разные совершенно подделки в нашей мастерской, но сегодня ребята делают домик, собирают при помощи волонтеров, девочек. В общем-то, они сами тоже делают хорошие, большие успехи в этом. То есть вот это все сделали дети? Да, это все делается дети. На самом деле здесь только часть подделок, которая сделана нами за полтора года. А здесь такие наиболее, может быть, интересные модели. Вот. На каждом занятии мы стараемся внедрять какие-то интересные приемы столярные, какие-то свои специальные такие инструменты для этого. Безопасность нашей мастерской стоит на первом, пожалуй, месте. Мы этому уделяем большое внимание. И когда ребенок понимает, что кто-то из его сверстников может так же, естественно, он набирается смелости, подходит и начинает делать все сам. Пилит, сверлит, конечно, все под чутким контролем наших мастеров. Для детей это совершенно новый мир. Может быть, как и для любого мальчишки, на самом деле, я особо не делю с особенностью развития или же просто мальчишек, потому что у них есть естественное желание это работать руками. И мы помогаем всем детям, всем мальчишкам, а теперь еще, как я сказал, девчонкам, делать то, что велит им их естество, то есть работать инструментами, работать на швейных машинках и так далее. А если девчонка захочет молотком махать? Есть такие, знаете. Можно. Да, да. Не все девочки, значит, любят розовый цвет, пони и радугу.